Groovy. Всем хай, с вами Юджин, и мы вновь с вами играем в Stranded Deep. В прошлый раз, как вы помните, нам не удалось избежать смерти, мы все-таки погибли. Это потому, что мы допустили много ошибок. Мы начнем с вами игру заново, с самого начала, и будем поступать теперь грамотно. Будем прям выживать 10 лет подряд и вернемся в цивилизацию героями. Вот так это будет. Прям как в фильме Тома Хэнкса. Давайте скипнем эту заставку, это все мы уже видели, это все нам не интересно. Нам интересно только одно — выжить в этих диких условиях. В этот раз акула нас не встречает. Смотрите, островок маленький в этот раз нам достался. По-моему, в прошлый раз был побольше. Да, и деревьев было побольше. Обгорим, я чувствую, с вами мы обгорим сильно. Потому что теней очень мало. Вот тут сразу куча всякого барахла лежит. Сразу юка растет. Реже ее. Давай. Эч. Все это пригодится. Сходу надо сделать топор. Я прям чувствую себя профи, серьезно. Прям так... Так хорошо, я все быстро делаю. Вот это мозг, разум, понимаете? Животные в шоке. Первое, что надо сделать, это срубить летательную пальму, на которой мы будем летать на другие острова. Почему бы и нет, да? Почему бы и не летать на пальме? Пальма готова летать. Нормально, камни здесь нормально, очень даже неплохо. Здесь есть какой-нибудь у нас ящичек потайной? Да, о, смотрите, ящик. И у нас еще одна зажигалка. Стоп! Где ты? А, вон она плавает. Большая. Часы, как дела? Все просто великолепно. Кинуть раз, два, палка три. И у нас будет еще с юкой. Мы сделаем хаммер. Хаммер не машину, к сожалению, не машину, а молоток имеется в виду. Сначала надо соорудить большой костер. Камней вот сюда накидаем. Еще камень. О, господи. Легкая отрыжечка, но ничего страшного. Я сумел ее сдержать. А если я сумел сдержать отрыжку, то я смогу все в этой игре, понятно? С этого начинается путь героя. До захода солнца мы должны с вами поставить что-нибудь прям смачное. Я считаю, что в этом игре не хватает, знаете, такого течения. Чтобы тебя течение могло унести. Допустим, если ты оставил плот на воде, то потихоньку течением его уносят. Вот это было бы очень круто. То есть это усложнило бы задачу нам. Campfire. И, кстати, надо взять один камень, нам придется его разбить. Давай. Хоп! Есть. Смогли. Копье. За камнем придется плыть. Придется плыть за камнем в другое место. Поберегись! О, юка растет. Ой, я думал, сейчас ударит по голове. Ой, я только что увидел, как юка подросла. О, как быстро они растут. Я помню еще вот такой. Сбрасываем все барахло. Фаундейшн готов. Как бы нам его расположить так, чтобы потом не обосраться. И не сделать какую-нибудь глупость. Хорошо, пусть будет так. Можем еще один фаундейшн сделать. Фаундейшн готов, номер два. Мы сделаем 4 фаундейшн. Вот такой у нас дерзкий проект. Нам нужно на другой остров. У нас нет выбора. Вообще желательно еще акулу убить. О, юка. Надо лететь. Все, кажется, летим. Надо просто быть уверенней. Уверенней. Тихо. Мы опускаемся. Ускоряемся. Забавно в эту игру было бы в кооперативе играть. Так смотришь направо, и другой чувак также рядом с тобой летит на пальме. Это, наверное, со стороны очень забавно выглядит. Корабль! А, нет, он заброшенный, или он отплывает? Нет, он заброшенный. Я думал, он отплывает. Я думал, там люди. Офигеть, сейчас мы пойдем посмотрим, что это такое. Надо срочно как-то не забраться. Надо как-то забраться. Неужели нельзя? Пусти меня, падла. Не могу. На него нельзя запрыгнуть. Нам нужно отсюда набрать камней. Блин, уже солнце садится. Опасно становится. Че я подумал, надо было на этом острове все это делать, потому что он выглядит гораздо круче. Он большой, посмотрите. Где все камни? На этом острове нет камней вообще. Че сюда прилетел тогда? Смотрите, какая-то штука торчит из воды. Что это за звуки? Кто в кустах лазит? Непонятно. Смотри, как было бы страшно вот так это реально находиться на острове. Слышать эти шумы, звуки странные, шорох. Бояться быть съеденным. Кто там? Что это? Дико страшно. Это намек, что здесь что-то есть. У меня есть место. Мачете я нашел! Я нашел мачете! Убивает всех. Я понял, надо смотреть на эти пузырьки. Они означают, что внизу есть какой-то лут. И вот там тоже это есть. Но сейчас мне что-то очень страшно доплыть. Хотя давайте поплывем именно сейчас. Почему бы не пощекотать себе нервы? Это какой-то корабль, да, затонувший? Это его...
Хрень какая-то торчит. Большой корабль, смотрите. Так. Нет, я боюсь, что я ничего не найду здесь в такой темноте. Я говорю домой. Не будем ждать утра, это не нужно. Воу-воу-воу-воу-воу! Так, что происходит? Все. Ай, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Устаканиваем. Ой, блин, страшно-то как. На месте. Давайте скинем. Мы, кстати, очень много камней принесли в итоге. Это здорово. Причем я уверен, что самые опасные, самые, точнее, крутые вещи можно найти в самом опасном месте, где плавает белая акула. О, нет, пошел дождь. Это очень плохо. Во-первых, дождь сам по себе неприятен, да? Вот особенно в таком-то месте. Смотрите, туман начинается сразу. Становится как-то не по себе. Видимость уходит. А, вот, фаерпит мы сделали. Да, отлично. Так, становится светлее. Дождик, прекращай. Я заметил, что здесь нету булькающих мест на воде. Еще надо им такую штуку сделать, чтобы нельзя было вещи оставлять возле костра. Потому что он может случайно поджечь свои палки, все подряд, и начнется пожар. Или дом, допустим, у тебя сгорит. Это будет очень круто, если они такое осуществят, конечно. Фаундейшн еще один. Который мы уже здесь поставить не можем. Почему? Потому что все слишком близко лежит, не знаю, надо будет все это убрать. Смотри, какая добротная куча у нас. Сколько добра здесь, ужас. А, ну да, оказывается, у нас нельзя ставить фаундейшн. Да, я буду рубить свое дерево, на котором я летаю, потому что, ну, нафиг оно не сдалось. У нас топор сломался, нет. И фаундейшн номер, все, мы выполнили миссию. Чертовски не хватает дерева, я скажу вам. И еды не хватает, пора охотиться. Или на акулу, давайте на акулу охотиться. Поймаем акулу, и будет очень круто. Воу, вот ты где. Сразу пришла, убить себя хочет. Смерти своей хочет, на. Деда, вот она. Оп, аккуратнее, она хочет ударить меня. Укусить. Смотри, какие нам маневры делают опасные. Всплываем, смотрим за ней. Вдохнули, хоп. Не знал, что она может такие маневры крутые делать. А, на мелководье вылезла, это ошибка твоя, акула. Ошибка. Не знаю, с мачете, наверное, тебя было бы быстрее убивать. Так. О, она меня укусила. Отвлекся, что она мне сделала? Больно, поцарапала. На, сколько тебе бить? Иди сюда. Она что, регенится? Я не понимаю, да что ты делаешь? Есть. Ой, как низко упали. Пока другая не приплыла, нужно быстрее валить отсюда. Быстрее. Очень высоко летим. Летим. Тихо. Ох. Ох, добыли. С каким трудом мы добыли такое. Давайте сожрем ее сейчас. Единственное, что мне непонятно, это следующее. Если мы сделаем вот этот дом, как он влияет конкретно на состояние персонажа? Не знаю, может быть, здоровье восстанавливает, или он вообще на что-то влияет? Я не знаю, я не в курсе. Потому что если нет, то смысла его строить никакого, поскольку он, ну, он тупо ресурс жрет, и все. Вот так. И рыбку кинем. Что я хочу? Надо сделать support 1. Так, support 2. Support 3. Одни суппорты вообще надо сделать пока что. Хочу закончить домик, чтобы прям был домик наш собственный, уютный домик. Сюда мы кровать поставим потом. Все, обожранный как нифиг делать. И вот здесь будем складывать наши вещи, которые мы не используем. Стену можно сделать одну стену. Сдается мне, больше ни на что не хватит дерева. Жесть, как оно расходуется, обалдеть просто можно. Да ладно, все, у нас закончились деревья, которые можно срубить. Нет, осталось раз... И два, все. Дерево придется таскать на плоту. Вот это будет здорово. Я собираюсь сейчас в поход. Вода, надо взять кокосов побольше. Кокос, усаживайтесь поудобнее. Нам предстоит долгая поездка. Мясо акули, так. Окей, путешествие начинается. Или я зря иду? Сейчас, не знаю, пофиг. Что происходит? Слишком большой вес? Большой вес, я не могу все это взять с собой. Он не выдержит вес. Вот, это очень прикольно придумали. Я думал, мы сейчас будем с собой все это таскать здесь. Оказывается, все сложнее гораздо. Поэтому нам нужно сделать плот. Нам нужно 8 палок. Это плот, правильно я понимаю? О, ему можно будет присобачить что-то. Куда? 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 Ушел, куда? Не надо так делать. Значит, ему можно будет приделать какой-то двигатель, скорее всего, да? Ясно, мы должны будем делать плот больше, и таким образом мы сможем много всего перевозить.
Где... Кто-то хочет копьем в рожу. Здравствуйте, акула. Ха-ха. Оп, это не я. Уплыла, не вижу нифига. Пусть будет рядом плавать здесь. А я буду в нее тыкать. На, давай, иди в тебя тыкать. Оп, потыкал, потыкал, потыкал на радость. Их две! Их две теперь! Целая банда на меня нападает. А, тихо, аккуратней, аккуратней, потыкать, потыкать. Сзади нет никого. Пытается врасплох меня застать. Один раз это у вас получилось, но больше нет. Есть! А, к пасти, подальше от пасти. Вот она на мелководье вышла. На, тыкать, тыкать. Ой. Потемнело! У нее был хороший шанс сейчас меня укусить, прям великолепный. Уже светлее, я всю ночь за ними гоняюсь. Так где она? Блин, я проголодался, я даже не добыл ее, чтобы сожрать. Ладно, она уплыла. Они обе уплыли. От сволочи, ладно, придется жрать мясо и запасы свои. Фаундейшн есть, к плоту приставляем. Я очень надеюсь, что мы можем сделать... О, нет. Серьезно, что ли? Все ясно. Мы не можем сделать плот больше. Жалко, я разочарован немного. Блин, как же ресурсы перетаскивать? Тогда мне нет смысла вообще обосновываться где-то и делать эти дома всякие ненужные. Я думаю, вот этого, вот такого набора зачетного нам должно хватить. Сейчас посмотрим, как на воде будет это все дело стоять. Ой-ой-ой-ой-ой. Придется в инвентарь брать. Хорошо, попробуем еще один кокос забрать с собой. Давайте зажигалку возьмем. Нож. Ой, какой он легкий, о, какой ужас. А мы можем взять этот плот и как-то соединить... Ой, перевернули, случайно. Да, секунду, Что, урод такой, перевернись. Вот. Боже мой, это будет так круто, если можно все-таки прицепить. Эх. Очень хреново, очень плохо, что нельзя как-то модифицировать плот. Я не могу переносить вещи с собой, это просто фейл. В таком случае прыгаем и давай, Уилсон, поехали. Вау, 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 акула, я сейчас надаю люлей как следует. Не нервируй меня, слушай. Будем искать пузырики всякие различные и будем нырять. Посмотрим, что это нам даст. Так, мне не нравится, вот это мне не нравится. Вот это очень плохо. Очень плохо. Обратно. С ручником обратно. Вот лестница указывает в сторону нашего острова. Надеюсь, нас это не подведет. Мы здесь, мы правильно двигались. Это тот самый остров, где мы уже были с вами, и здесь был корабль, который мы ночью так не смогли обследовать, помните, да? Надо шторм для этой игры, прям такой, знаете, чтобы штормило жестко, чтобы волны такие высокие были, это будет супер круто. Стоять, стоять, указывает точно на мой остров, я надеюсь, по крайней мере. Погодка, давай, восстанавливайся, поехали. Оп, акула! Вот она, вот она, вот она! Ать! Ать! Ай-яй-яй-яй-яй, ваву тебе сделаю сейчас. Воу! Удар! Отходи от меня. Надо вынырнуть. Где она? Здесь должен быть какой-нибудь супер-мега девайс. Вот. Хаммер. Большой. О, какой-то не самодельный молоток, а нормальный молоток. Вон она плавает наверху. Хорошо. Каюту можно открыть? Можно! Стоп, надо вынырнуть. Вдохнуть воздуха. А! Тихо, 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 тихо! Жрут! Нет, как мне? Как мне? Да! Меня пронесли! Тварь! Такого еще никогда в жизни со мной никто не делал! Сволочь! Я отомщу! Как у меня дела? Нормально! После такого... Такое карусели не может быть нормально, но мне срать, я ненавижу акулу эту. Вот это было стрёмно, я думал умру. А, с меня кровь, она будет приманивать других акул. Нет, нет, пошла. Тыка, детка, надо вынырнуть. Фу. Как она сразу резко нападает, когда я выныриваю. Ух ты, сволочь. Ты знаешь, когда надо нападать, да умри ты, сволочь такая. Вау! Ни в коем случае нельзя терять ее из виду, я понял. Из меня кровь лезет! Прямо из задницы, видимо. Ой, какая кровь, как плохо. Я сейчас истеку насмерть. Что мне делать? Прижечь рану? Я умру, все, это смерть. Я не хочу умирать. Я даже не сохранился, нет. Кокосы, дайте сожрем кокосы. Может быть, это как-то восстановит нам немного хотя бы здоровья, прошу. Дайте сожрем половинки, которые у нас есть. Нет.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как меня поимели смачно. Такого я не ожидал просто от акулы. Мне надо в костер встать, чтобы прижечь рану, иначе я умру сейчас. Не сработает, да? Наверное, нужно что-то делать другое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как дела плохи у нас. А у меня разве не... Она, по-моему, восстановилась у меня. У меня восстанавливается здоровье. Сардинка моя готова, где она? Я восстанавливаюсь потихонечку, это очень хорошо. Видимо, все равно у меня будет из жопы-то кровь течь. Но, по крайней мере, здоровья много, я не умру, это очень радует. На таком большом корабле у нас есть вероятность найти какие-нибудь лекарства, бинты, что угодно. Мой топор нет. Дайте угадаю, я не взял с собой нож. Я не взял с собой нож, и я не смогу срубить юку. Таким образом, я не смогу найти веревку, чтобы сделать себе топор. Черт. Стало светло, и мы можем идти добывать. Мы там еще не все осмотрели с вами, поэтому надо быстренько, пока акулы не пришли. А я кровь испускаю, блин, самый кайф для акулы, да, жрать меня вот сейчас, прям сейчас. И вниз. Как страшно, блин, не могу. Акула! Надеюсь, она не может заплыть ко мне сюда? Что это? Скотч. Скотч. Открываем. Можно еще ниже пройти, мне не хватит воздуха, мне надо быстро выныривать. Скорей, скорей, скорей. Нет, уродец. Они очень агрессивные здесь, не могу. Пошла отсюда. Скак меня. Сожрут ведь. Быстро сюда. Заныриваем. У нас мало времени, можем открыть этот? Локер, что здесь? Мачете! Берем мачете в руки. Так тут... О, как можно... Отлично! Сколько всякого добра. Будем бить. Быстрее, быстрее. Дохну. Акула! Там очень много всего. Надо быстро это все брать. У меня есть место? У меня еще есть место для одного чего-нибудь. Вот еще один замок. Еще ведро. Как удобно. И это что такое? Карбюратор. Мы сделаем плот с мотором. Как мне отодвинуть? Все, нельзя открыть. Только одно место можно посмотреть. Надо вынырнуть. Поскольку я не знаю точно, насколько у нас воздуха хватает, мне приходится выныривать чуть чаще, возможно, чем надо. Очень интересно вот это прям исследовать так. Кажется, мы все. Надо валить. Быстрее. Это было очень крутое приключение. Прям стрём. Что это за ведра? Бак. Sea water. Использовать для приготовления морской воды. Надо вернуться домой, сохраниться. Я думаю, хватит места, да? Хватит. Скотч лежит. Как-то он левитирует немного. Неужели места нет для него? Вот конкретно из-за него он будет тонуть, что ли? Уилсон, прости, мне придется тебя оставить. Держимся, да, на плаву? Кажется, держимся. Это хорошо. Освободили место. Ой, я подыхаю. Ой, как мне плохо. Иисусе, только бы не подохнуть раньше времени. Только бы не сдохнуть. Окей, мы прилично набрали. Я думаю теперь вот о чем. Если мы вот так вот кинем карбюратор. Не тонем? Тонем! Ой, как плохо. Он же только что прям был на плаву у нас. Так, как бы все это упаковать, чтобы нет... Ничего не оставить. Вот эти 4 палки оставим здесь. Так, этот берем. Все. Кажется, мы должны теперь всплыть. И плыть как нефиг делать. Плывем. Скотч! Скотч хотел уйти от нас. О! Это что за моторный скотч? Мы можем... Моторный скотч! Нифига мы поплыли с вами. Давай. Еще быстрее надо плыть. Скотч. Давай. Моторный скотч. Тихо, 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 чтобы наши вещи не улетели. Вот это скорость. Нам даже мотор не надо сооружать. Все, все, и так. Жалко, вот нельзя веру посмотреть, чтобы увидеть эту скорость смачную. Так, в темных водах мы с вами. Ой, как нехорошо. Дела очень плохи. Неужели я подохну? И чем ниже я опускаюсь, тем, смотрите, тем ускорение сильнее идет. Видите? Мы даже можем скорость регулировать. Нет. Продолжаем двигаться. О, ребят, вот это очень, очень дерьмовая ситуация сейчас. И акула. Большая белая акула прям под нами.
Скотч, давай, быстрее, дамчи нас домой, мне страшно. Вот и наш дом, мы прибыли. О, как славно. Нам надо срочно костер разжечь. Так, так, так. Ух, немножко посидим. Теперь у нас два мачете. Кстати, где второе? А, вот оно, провалилось. Под дом. Вытаскивай. Как нам работать вот с этим? О, как интересно. Это супчик будет, вкусный супчик. Может быть, еще кокосы добавить? Нам нужно наполнить сначала. Мы наполнили водой, да, кажется? Теперь... Что я сделал? Я выпил ее? Я выпил воды. Я идиот. Попробуем вот так вот черпануть. Черпанули водичку. Это здорово, мне нравится. Все, теперь мы готовим. Когда долго еще кипятится вода будет? Мне плохо. Если я попью это сейчас, я буду окей? Кажется, я окей. Я действительно скипятил. Окей, ребят, мы сохраняемся и продолжим в следующий раз. Огромное спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы захотите увидеть еще подобных выпусков о моем выживании на островах неизвестных, где-то в Тихом океане, видимо. Вот. Надеюсь, вам захочется все это видеть, поэтому ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Огромное вам спасибо, ребят, за вашу поддержку. С вами был Юджин. Давайте жирнющую петюлю. Вы готовы? И пять! С вами был Юджин, и всем пока! За камнем встала, напугала меня. Посмотрите, она... Какая-то она неприятная, она худая. Она как зомби! Умри, пожалуйста, ты такая страшная. Ой, какой ужас. Посмотрите! О, блин, она меня пугает своим видом. Блин, хорошо, получилось. А... Так перепрыгнул по-тупому. Да что меня? Скользкий. Я кусок мяса и скользкий.